17 марта на базе Каспийской гимназии номер 11 прошло совещание по вопросу театральных кружков в городе. В нем приняли участие преподаватели дополнительного образования учреждений Каспийска. Основная цель – это популяризация театрального творчества среди детей и подростков. Есть идеи очень многие, где надо их решать совместно. Объединиться нам надо всем театральным миром, кто любит маломальский театр, кто занимается непосредственно в школах, чтобы мы имели свое объединение школьное, театральное, где мы можем проводить лабораторные встречи, делиться опытом, проводить различные мастер-классы и так далее. На семинаре под руководством Валерия Капранова также прошел и мастер-класс для всех присутствующих, где разъяснялось, как правильно раскрыть потенциал ребенка и избавить его от скованности. Мы по-доброму хотим помочь. Во-первых, дыхание неправильно, потому что дышишь верхней частью легких. Нужно дышать животом. Вскоре воспитанники драм-кружка «Квин» продемонстрировали свои таланты в театральной постановке «А зори здесь тихие», написанной по мотиву повести Бориса Васильева. В процессе выступления режиссер драм-кружка Валерий Капранов педагогам доп. Образования указывал на ошибки ребят и на примере объяснял, как их не допустить. Вы должны знать текст, когда выходите на сцену. Так, как вот семечки грызете, и шелуха семечек от зубов отскакивает, не задумываясь. Только тогда вы можете окунуться в себя, совершенно в себя, и нести туда, пробивать стену. Вы поняли? А ты запнулась, ошиблась там, забыла. Завершился семинар беседой с педагогами о дальнейшем развитии театральной культуры в образовательных учреждениях Каспийска. Анастасия Колесникова, Асият Умалатова, Амарбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».